Орловский троллейбус празднует юбилей – 55 лет. И в преддверии Дня города Евгений Григорьев, автор путешествия по неизвестной Орловщине, инициировал еще одно путешествие на рогатой машине. В 1968 году, 29 октября, был запущен маршрут номер один – Комсомольская площадь, микрорайон сталепрокатного завода. И вот недавно от орловского режиссера Евгения Григорьева поступило очень интересное предложение сделать экскурсии по нашему любимому городу Орлу на троллейбусе. Эта поездка не первый опыт сотрудничества режиссера и трамвайно-троллейбусного предприятия. Мы уже работали в том году и снимали наш орловский трамвай. И тогда я узнал, что орловскому троллейбусу исполнится в этом году 55 лет. И тогда и родилась идея провести экскурсию на орловском троллейбусе. Я приглашаю всех на эту чудную экскурсию. Вы узнаете очень многое не только о городе Орле, но и конкретно об орловском троллейбусе и орловском трамвае. Отправление 3 августа в 20:00 от остановки ОГУ имени Тургенева. Конечная точка – троллейбусное депо. Количество мест ограничено. Записаться на экскурсию можно по телефону. Вы видите его на своих экранах.